Я Васю пропустил сейчас, чтобы обогнать его. Давай! Все в куче. Блять, за Васей опять опасно ехать, сука. Заглох, я кричу, пизда. Лучше я его пропущу метров на 500. Глохнет-то, а? Нет, ну он то ли передача передерживает, сцепление не вовремя, нажимаю, что он заглыхает у него. Васька, подлец, даже на спуске, блять, пиздел мне как его, а? Сука, он даже мне заговнил, сука, спуск нахуй. Ну, Васька, газу! Так, домой собираемся потихоньку. Васька опять наебнулся. Не опять, а то есть, ой-ой. Один раз только Васька узнал. Ну, Коля, что ты, сука, вообще... Я прям вообще вылетел здесь, прикинь. Двумя колесами вылетел. А я вообще оттуда. Блядь, да ну нахуй. Еще раз тогда прокатиться можем вместе с ним. Если что, так хуйня. Давай я подлет сниму. О, красава, вообще вышел. Погнали! Там экстремально вообще жестко. О, здесь-то я хочу съехать. Да. Грех здесь не заехать. Может, доедем сюда все-таки, а? Давай попробуем. Блядь, что-то пиздец. Нахуй. А? Давай пробуй. Сейчас я за Колькой попробую. Разгон! Разгон! Разгон нужен, разгон. Ну так ты-то похуя спустился. Сейчас развернется, сейчас он ебанет.
Ну так-то она более-менее. Да я хуй знает, я что-то очкую. Не-не-не, там колея, ебать. На колея вроде бы. Ну, сейчас посмотрим, давай. Это в что заехали, бля, ебать, видел же. Давай, Коля. Блядь, да хуй его знает. Чё-то он как-то вообще так тяжело за... Чё? Покорил. Ну так, блядь. Ну так ты что? Ну. Нахуя ты сбавил-то? Блядь. Что-нибудь да у него занесет. Потом когда-нибудь. Сейчас там хочу съехать, знаешь, с той горы, где уже на выезд. Где Костя съезжал и Ваня. Нет? Вот по которой ты встал-то перед двухтактником, где тебя двухтактник-то наказал. Но... Он сказал, говорит, ты куда? Он говорит, на своем китайце. Давай на газах заходи нормально. Это закрепление, мать учения. Отдохни, давай заезжай, мы тебя не прием в нашу банду, если не заедешь. Банда называется типа Дэн.